Некоторые оппозиционные политики высказались по поводу инцидента, который произошел в понедельник в аэропорту. Лидер Унирио Дип Влад Белецкий заявил, что своими действиями ПДС превращает Шора в сильную оппозицию. По мнению председателя общественной ассоциации, было нарушено важнейшее политическое правило, что отражается на имидже и значимости. Еще один ясный и четкий пример того, как ПДС усиливает Шора и как растет его политическая сила. Я неоднократно осуждал и говорил об этом, и даже предполагаю существование некоего тандема, скрытой игры. Или же дело в абсолютной некомпетентности власти ПДС, которая делает абсолютно все для усиления позиций Илона Шора и его политических сил в Республике Молдова. Надо быть очень некомпетентным или очень глупым, чтобы этого не понимать. Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику написал в соцсетях о легкомысленности, которую проявляют сотрудники силовых структур, выполняя, по его мнению, преступные приказы власти. Неужели они не понимают, что Майя будет первой, кого эвакуируют иностранцы, а их первыми отправят в окопы, как в 1992 году, написал бывший премьер. Власти пока не отреагировали на эти заявления.